Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на нашей арене. У нас в гостях сегодня у нас всем полюбившаяся группа города Приозерск МТН. А также сейчас попросим мы выступить всем нам полюбившихся и известных у нас в городе Наталью Соболева и Антона Сазонова. Попросим. Они недавно стали лауреатами фестиваля авторской песни в городе Златоуст.
Океан, как лед.
хватило минуты, чтоб сделать немного теплей. А ночью заводится круто, лишь белые почти что со мной, но не позвонишь.
Песню про тебя.
куча игр, смесь отношений. В гости придем навсегда, да без приглашения. Мимо летящих оборванных листьев, мимо людей, читающих письма, мимо забытых скамеек без грима, мимо тебя не стреляй тебе в спину, мимо холодных обитых ступеней, мимо разбитых банок с вареньем, мимо любимой собаки, что съели за те же соседи. Это было не видно. Все вокруг зеркала. Отпустили слова. Мимо летящие песни не тронули душу. Ветер что-то затушит и не вспомнят тогда. Посмотри на меня, это тоже ведь я, это тоже ведь я. А сахар да чай помогут тогда, а когда смотришь
смотришь. И все тогда казалось слишком ярким. И щурили глаза на этот свет. Причины за причиной остановки. И строился один большой секрет. И было так совсем чуть-чуть до края.